Вы когда-нибудь задумывались, о чем чаще всего разговариваете, когда встречаетесь со своими друзьями и знакомыми? А вот социологи Левада-центра таким вопросом задались и опросили почти 2000 россиян в возрасте от 18 лет в 45 регионах страны. Ответы получились довольно любопытными. Первое место по популярности делят две темы для разговоров. Это о ценах, товарах и очередях и о детях. Далее поубывающие россияне друг с другом обсуждают свою работу, домашнее хозяйство и представителей противоположного пола. А вот реже всего мы с вами говорим, как выяснилось, о книгах, кино и других новостях культуры, а также о снах, предчувствиях и приметах.